Хей, йоу, гейс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру по названию The Binding of Isaac Attributes Plus. А давайте у нас сегодня обычный рандом, потом мы с вами сыграем уже в челлендж. Погнали. И падает у нас... Джубас. Очень не хочу им играть. Ну придется. Одно сердце, ребят. Одно сердце. То есть комнаты. Шипастые я заходить не могу. У меня только вариант это искать золотую комнату, хорошую золотую комнату. Книга нам дает только урон. Замечу, что перезарядка тоже долгая. Ну, три ячейки. Но все же одно ХП. Это довольно сложный персонаж. Лазер Бэйби. Ой, боже, чувствую, я буду долго реролить это все дело. Пока не найду то, что мне нужно. Плюс дамаг. Плюс мы пуляем слезой, которая ломает все, что угодно. Это очень хорошо смешивается с Сои. На самом-то деле. Плюс 3, нам нужно либо гриб. Ага. Две книги, класс. Не, я могу, конечно, зайти в шипастую комнату. Окей. Смотрите, заходим в шипастую. Находим сундук. Все, мы отсюда уже не выходим. То есть отсюда вариант... Тут вариантов нету. Только ищем... Вот видите, допустим, в Excel здесь почему-то есть у нас. 100% адской. А там у нас почему-то, помните, мы тогда когда-то играли, у нас... 0% было. Вопрос, почему? Где вариантность золотых комнат? Ай, так. Букворм. Раные буквормы. Мне это не нужно, мне нужно мое золотое. На плюс один дэмэдж. Мне нужен предмет на плюс один дэмэдж. Все. Дамаг? Нет дамага. До свидос. До свидос. У нас тут, знаете, сразу все в комплекте, как и магазин, золотая комната, шипастая комната. Но, к сожалению, у нас одно хп, поэтому ни туда, ни сюда. За хпшных врагов, ну, игроков, персонажей, хотя бы можно в шипасту зайти и... Там может выпасть 2 или 3 предмета с этими, как вам сказать, с дамагом. Допустим, адская печать, шприц может выпасть. Класс. Не, за этого, за Джубаса, если играть, то нужно только хороший старт. Потому что вариантов тут больше никаких. Хороший старт, либо просто дед. Плюс мы играем на харде, все. А, класс. Паника. Паника это дамаг. Паника это получится урон по нам. Замечу, урона по нам будет очень много. Почти ни одного. Потому что мы будем выживать. Что за дерьмо? Дайте мне, пожалуйста, нормальные предметы. Так тяжело, я не понимаю. Я снимаю с помощью ОБС, то есть... На бандикаме я то мог останавливать запись и потом продолжать. Но на бандикаме только первые два этажа нормально снимаются. После идут жесткие фризы. Непонятно, с чем это связано. В ОБСе жрем много. Паузы нету. Но хотя я прочел на форумах. Разработчик писал, что ну это очень тяжело как бы создать. Типа остановку, то паузу. Типа они хотят это сделать. Но я не знаю, мозги Боба еще лучше. Суицидник, кому буду сразу. Поэтому как-то так. Ой, блядь, ебущий. Ладно, если лук этот сейчас опять появится, мы его берем. И идем атаковать. Все. Либо лук.
все. И мы идем. Сколько комнат я листаю, шанс очень маленький на золотую комнату, как видно. А идти просто сейчас вот играя, да, и найти золотую комнату и понять, что там дерьмо, которое тебе ничего не даст. Можно оплошаться. Хороший, берем, идем. То есть у нас теперь в сумме 10, не, 9 дамага. Так, взрывной тип. Ой-ой-ой, плодит уже. Это очень хорошо, потому что у нас... Ой-ой-ой, это плохо. Это плохо. У нас XL. Черт. Ну ладно. Получится забег, не получится, посмотрим. Одна бомба нужна. Просто будем осторожно тогда играть. Так, вторая золотая, буду надеяться, вот честно, что там будет урон. Класс. Минус скорость, да, там? Не, вот эти гипнотизирующие, видите, такие ярко-синие. Это которые уменьшают врагов. Да, дали дерьмо. Если я сейчас найду бомбу, я буду надеяться, что хотя бы мне что-то нормально дадут. Я понял. Хочешь бомбу, используй бомбу. Можно бомбу. Так, у них еще накладывается страх, когда они малые. Так, хорошо. Он бы сейчас меня траванул. Очень жестко бы траванул. Ага, круто. Как ты пролетел? Можно зайти в магазин. Ух, чуть не задел. А вот такие вот пупки, это вот... О, все, бомба, ништяк. Короче, сейчас мы идем сразу тогда с вами за бомбами, чтобы у нас было две бомбы. Зайдем тогда к первому боссу. Так, пауки. Мне пауков не выпало. Хорошо. Хотя можно и монеты вот так, знаете, взять и подзорвать. Оп. Все равно я купаюсь. Трачу бомбу, получаю бомбу. То есть ни туда, ни сюда. Зайдем тогда сейчас к боссу. Лучше монеты бы дали, чем пауков. Используем книгу сразу. А. Поехал. Я понял. Хороший босс, вот честно, для меня. Конечно, нет, но... Я боюсь, когда он бримик дает. Чё он не стреляет? А, стрельнул. Минус. Вешалка. Так. Идем за батарейкой. Прошу, чтобы у меня выпал... Блин, чтобы босс был легкий, прошу, прошу. Да уж. Ну, ладно. Не бздец, потому что мы сделку делали. Так, черное сердце. Ух. Сейчас, знаете, то получил черное сердце, отняли черное сердце. 100%. Сто процентов. Нет, ладно. Так, все, теперь у нас сделка есть, в принципе. Райская. Мы можем с вами подняться, походить. Плюс у меня скорость хорошая, осталось только дамаг понаходить. Да, вешалка это хороший предмет. Нужно еще ускорить скорость атаки. Шипастую. Сложно сказать. Пойти мне или не пойти? Нет, я думаю нет. Потому что тоже как бы не кайф с одним хп ходить. Не кайф.
одним хп, один никаев. Здесь мог быть люк. Ну, если бы там хороший был бы камень, то ладно, я бы потратил бомбу. Хотя у меня 5 бомб. Ай, ладно, посрать. Да идемте. Не, ну вытащить сердце мы должны как-то. Хороших камней, да, я не вижу, но как-то должны вытащить. Хороших камней я не вижу. Плохо. Ох ты ж, ё-моё. Классно. Что, народ, все, вздыхаем потихоньку. Кровь. Токсик. Да, я буду их делать такими маленькими и нихера не видеть. Единственное, это вот то, что глаза выпали, они очень редкие сам по себе предмет. Но это хорошо, что он мне выпал. Пожалуйста. Ладно. Я не тупой. Ради такого можно и использовать бомбу. Ради такого и бомбу можно использовать. Ай, ёшки. И давай, открывайся. Зараза. Вот, так, там хороший камень был. Я хороший камень увидел. Ой-ой-ой. Бомбардировщики. Так, ладно. Пускай, пускай у меня скорострельность хорошая. Плюс я атакую по несколько... По несколько слез. Там. Ой, два хороших камня. Раз хороший камень. Два хороший камень. Бум. Класс. Класс. The world. Окей. Ладно, пытаюсь сделать вид, что я прихуже ничего не сделал, но потратил только 2 бомбы. Зря. Без окупа. Так, магазин, я думаю, мне в принципе не нужен. Сейчас мы идем к боссу. Да, босс. Открываем сердце, классно. А, погнали. Босс отвратный на самом деле. Полет. Чтобы выпал адский предмет. Здесь? О, это отлично, ребят. Это очень отлично. Все, полетели. Собирай тогда остальные комнаты. Только теперь нужно слезы, которые спектральные. И вообще будет зашибись. Так, мешочек. Бомбу восстановили одну. Ладно, вниз сам не пойду. Теперь я зато могу в эти ходить, в шипастые комнаты. И, в принципе, мне ничего такого не будет. Хм, идеально. Полет — это идеально. Ладно, использую. The world. Так, ладно, потратились, получили. Ладно, давайте еще последний потрачу. 48-hour energy. Energy. Так уж и быть. Боже, это еще с боссами. Ё-моё. Я не ожидал, что это с боссами комната. С боссами это плохо.
естественно, я тупанул и сразу 2 дэмэджа получил, класс. Ну, я мастер в своем деле. Так сказать, выжимываем на максималках. Еще один босс должен быть. А не, все. Ох, у нас хотя бы красное сердце будет. Там червяк был. Ран был маленький, походу. Токсики, токсики, токсикич. Да-да. Давай, открывайся. Еще делиться же будет тварь. Ах. Теперь мы настоящий сатанист. Ладно, полетели дальше. Ага. Так, хп, хп, хп. Либо черное сердце. Либо синее сердце, да. Friends till the end. Оу. Оу. Seems good. Ангельская защита. Ангел защита. Так. Что, полетели тогда к буссу? Range down. Ау, вот это плохо. Блин, чё они такие быстрые? Тогда раньше они были не очень шустрые. Да, тогда у нас, получается, на челлендже увеличился очень хороший. Главное не стрелять. О, отлично. Отлично, ключик плюс секретка. А это значит очень хорошая секретка. Ну, секретная секретка, если ее карта даже не показала. Идем сразу к буссу. Будем делать так, если я сейчас черное сердце потеряю, мы сразу прыгаем с вами. А у меня еще 100%. Ай. Тихо, я, короче, не хочу умирать. Хочу умирать, поэтому как-то так. Поэтому как-то так. Спиды. Райская комната. Бум, бум, бум. Бум, бум. Ништяк. Просто ништяк. Теперь у меня будет 4 красных вакуума. Одно черное сердце и одна типа броня. Типа одна защита. Ну как-то все хорошо идет у нас теперь. Теперь осталось из-за скорости не оплошать. И во врагов не повлезать. Так, черные мухи нам безобидны. Красные. Красные мухи опасны. Вот, видите? Они мне ничего не сделают. О, вот это я не заметил, то, что в него полетело. Меня полетело, в него полетело. Можно в библиотеку сходить? Так как у нас с вами есть полет. Если книги будут за... Да и вот так я могу делать, понимаете, просто. Я и в магазин теперь могу зайти. Не боясь то, что мы прострём. Давай, 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 давай. Минус, 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 минус. Тратим 2 ключа здесь. Ох ты ж, ё-моё. Фортуна на моей стороне. 12 ключей. Плюс один такой ключик. Поэтому мы полетим сейчас в другие с вами комнаты. Тихо, 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 тихо. Снайперы херовы. Кого ты стрелял?
Оп. Оп. Манси. Ну просто, знаете, халявные монеты, все халявное. На самом деле, вот этот предмет, что мы получили с вами. Глазик. Отлично. Ну, не знаю, говорил я или нет. Ну, снова повторюсь. Допустим, атака у нас, ну, вражеская атака на одно полное сердце. Даже вот атаки просто в утробе. Они, по сути, должны нам наносить одно сердце, а теперь будут по половинке забирать. На самом деле, это прикольно. Так, чуть не задамажился. Даже скидку не дал, говнюк. Даже скидки не дал, и у нас с вами... Блин, можно было этого челика взорвать. Ладно, уже не буду возвращаться. Чтобы карту использовать. Потом хороший типа камень найду, использую на хорошем камне. Ну да, здесь уже реально вытащить. Не парись. Реально вытащить, не парись. Книжка есть. Будет отлично, если мы Библию еще найдем. Будет вообще зашибись. А, теперь точно я вспомнил, она же теперь усложненная. А с усложненным у нас теперь же в ад и в рай нужно обязательно идти. В одной из двух. Так, блин, проклятие Лоста. Ой-ой. Тупой паукосоздатель. Коснулся, зараза. Так, одно сердце минус. Второе сердце минус. Как я его... Использую, успел, все. Кнопки перепутал, малёха. Ага. Окей. Больше мини к ним уже привык. Давай, давай, беги ко мне. Мне не нравится то, что они в виде мяса убегают. Откуда он бежит? Так, ладно, вас убить. Ага, уже посоздавали мне твари. Понять, где... Да ладно вам, надоели. Да свидос, не хочу с ними драться. Тут нихера у нас нету. Пойдемте сюда вниз. Биплетом. Минус. Батарейка. Хорошо, я значит могу использовать один раз заряд. Не везет. Вот здесь должна быть секретка, по идее. Пока мне можно понять. Ладно, использую бомбу. Хотя по камням, по идее... Это хер не знает, ладно. А ну-ка уменьшится, либо тип, если в него попадет. Или только один уменьшится, или все уменьшится. Никто не уменьшился. Дождь и слез. Заджу... Пипец, у меня уже монет. Мне уже девать даже некуда. За Джубаса я вообще еще не играл, по сути. То я получу много предметов новых. На самом-то деле. Новый предмет. Подставка для... Вот, видите, теперь я могу так, типа, зайти, посмотреть, кто из врагов у меня. И убивать их. Так, телепорт. Давай, я не лоханусь, как тогда. Так, когда я не лоханусь.
Вот этот предмет, по сути, один прикольный. Но есть враги, которые отталкивают. Поэтому... Бля, неровно взорвал. Оп. Наш... А ну-ка, Блин, нужно было взорвать их несколько. Да ладно. Я везунчик. Я везунчик, сразу видно. Я везунчик, сразу видно. Да уж. Даже здесь видно то, что я везунчик. Вместо того, чтобы найти магазин, я нашел врагов. В конце концов, у меня будет максимум монет. Да, лакап, лакап. Максимум монет, а магазина я так за всю игру не встречу. Good job. Давай, хотя бы сердце. Угу. Уже падает сердце. Проверяйте. Ой, я по такой грани хожу, того, чтобы по мне попали. Да ё-моё, куда они бегут? А. Класс. Класс. Ой, бля. Да вы надои... Всё, лучше да, атака, не пускай сдохнут, да и всё. Хорошо. Поехали. Последнюю бомбу трачу. Монеты в деле. Каждая вторая будет у нас по 2 урона. Каждая вторая будет по 2 урона наносить. Да уж. Серьезно? В этой сейчас серьезно. Что это у нас? Некрополис, замечу. Магазины? Не, не слышал. У него слабая точка, это в спине. Люблю. Обожаю. Обожаю я тебя, чувак. Обожаю, обожаю, поверь. Ложка. Полетели. На выбор. Конечно, возьму сердца. Я думаю, здесь и думать можно. Ну, даже можно не думать. А, блин, чё я на боссе книгу даю зла, я дурак. Ладно, по пути найдем сердце. Обидно, конечно, то, что я... Да ладно, нормально. И так сойдет. Некрополис. Ладно, заюзу тебя, да и все. Да-да-да-да-да. Жесткий, жесткий, жесткий. И что? И что? Все? Вот как не такой вот кусочек мяса заденет, и все. Сколько я врагов здесь ненавижу таких. Постоянно прыгают. По КД прыгают. Остановиться не могут. По КД прыгаем. По КД. Так, там, кажется, сердце выпало. Ладно, возьму кусочек сердца. К вам я лучше здесь сражусь.
обожаю. Обожаю игру Айзека. А магазины где? Хочу магазин. Прошу, магазин дайте. Хотя бы раз. А вообще магазины были? В начале только, да? 75 монет. Ни в машину не задонатишь. Ничего не сделаешь. Вот куда мне эти монеты девать? А где есть карта, которая создает донат машину? Ну, к сожалению, у меня такой нету. К сожалению, у меня такой нету машины. Так, минус, две бомбы, идем ниже. Использую книгу. Так, это челик с батареечкой. То, что он психованный. О, отлично, черное сердце, половинка. Отлично. Шоколадное молоко брать мы не будем, мы уже знаем, что это за фигня. Повезло. Вот чисто повезло. Первое. Покупаем. И донатим все, на что мне хватает. Пожалуйста, только не сломайся. Ах, ладно. Идет. Как раз мы можем купить шапку себе. Ключи. Пускай у меня ключи будут. И так, да, все, в принципе. В принципе, все, хватит. Спаунтроль бомбов. Так, наверх. Так, босса мы встретили, в принципе. Она не мог просто взять и не зайти. Библету. Найс. В принципе, убивает двух боссов сразу. Либо я дамаг лучше. Убийство моментально. Ладно, просто возьму, чтобы было как активно. Убийство моментально сейчас будет боссов. Хотя, блин, давайте лучше... А, я не успеваю, да? На босс раш. Обидно. Да, я на босс раш. Нет. А мне еще нужно одну комнату зачистить. Черт. Быстро, быстро. Давай, 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 умирайте, умирайте. Черт, 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 черт. Я и про это уже и забыл. Ладно, зайду, так уж и быть. Дед. Полетели, полетели, полетели. Блин, я забыл про челлендж этот. Чертов. Ой, ладно. Так, новое достижение, микромельников. Не хочу на этих врагах останавливаться, потому атакуй все, что движется. Так, хорэ в меня пулять. А, точно! Забыл! Где тупой? Да, я тупанул. Ладно. Friendly fire. Something's wrong. I'm drowsy. 48 часов. Ну что, поехали. Блин, а так бы еще выполнил эту звездочку красную. Эх, жаль. Тогда что у нас получается? Нам нужно найти просто выход отсюда, да и все. Урона у меня не так уж много. Где-то нужно искать урон.
Ключей мне достаточно уже. Спрятался. Спрятался. Да, ключи до хера у меня. На самом-то деле. Вот столько у меня должно быть урона. А не та мелкота. Хорошие камни. Хороший камень. То был не Блин, я камень перепутал, ладно. Ай. Ну ладно, это я уже просто спешу. Не знаю, куда я спешу, если уже опоздал. Давай. В него, если пулять, он начинает вот это... Вернее, страдать власть. Отлично. Полетели в шипастую тогда сразу. Превосходная комната была. Зараза. Да, что-то я дамажусь. Что-то я зря дамажусь. Вот почему они друг друга не могут, допустим, пользоваться? А вот это сейчас делать их, знаете, мини-невидимыми. И чтобы они тебя лазером пуляли. Вообще отлично. Угу, взорвешься. Отлично. Так, ключ есть вниз. Нет. Другая комната. Так, проход здесь есть, значит, можно идти дальше. Пилюля Milk the World. The World мы оставим на потом. Так, отлично. А, пилюля у меня есть с собой, ладно. Так, таблетосина. 48 hour energy. Так, сразу берем, чтобы потом не возвращаться. Карту. И поехали. Так, сразу. А знаете, какой сейчас прикол? Я... Тихо, них. Не-не, тоже выйду. Вот такой вот минус, что можно просто не туда нажать. И минус забег. Вот представьте, у меня сейчас были бы карты там на бафы какие-то. Я бы вот так все просрал. Так, all stats. Херня. Привет. Меч. Так, раз сердце. Два сердца. Два сердца нормально, ладно. Так, батарейку жрем. Дальше идем. Сразу или World лучше на под другую комнату ставить. Так, range down. 48. Ладно. Ирзап, отлично. Так, 48 тогда возьму. Ага, поспать. Восстановим еще себе хп. Опа, получили еще предмет один. Крест. Крест защищает. Дроп давай. Нет, не этот. Не этот. Нормально, дай. Черт. Яичка тупая.
Как я вас ненавижу. Так, это пистон. Слезы. А, рандомные слезы. Такое. Не хочу. Range down. Ой, зачем я сюда зашел? Пойдемте тогда сразу. Ничего, мы можем драться с вами. Убивать, резать, убивать. Так. Давай. А что я обдамажился? Сейчас бы задамажиться не что. Прикольно. Прикольно. Seems good. Хорошая комната. Отличная комната. Обожаю такие комнаты. Просто не знаю, как без них жить. А, зачищу так, вышить эту комнату. А, когда они маленькие, они не могут меня атаковать. О боже, такое мучение. Убивать одного жирного и одного бессмертного. Плюс он еще может воскрешаться даже после своей смерти. Ух. Миллион, миллион. Перзап. Нужно больше терзы. Хотя бы четверка. Тройка, четверка. Ух, черт. Чувствую я в жопе. Чувствую я в глубокой жопе. Главное сейчас, когда я пойду на сердце. Так, чтобы активный был предмет. Ага. Угу. Угу. Зарезал. Зарезал. Так, стоять, выйти. Что это за комната? Energy. Сорок energy. Поехали. Просто вырываем кусочки. Это еще хорошо, что у меня. Я стреляю не по одной слезе. Ай, я сделка сорвалась. Клик бэби. Теперь делаем вот как. Нихера, где мои батарейки? Хотя ладно. Пока дойду батарейки. Блин, давайте взрываю, я не знаю. Большие камни могут быть и хорошими камнями. Каким-то шансом. Бля, ладно. Ой, чуть. А куда пойдем? Ребят. Ралли ад. Ад будет полегче. Ну, в рай. Там Айзека можно будет грохнуть. Даже не знаю. Давайте, ладно, тогда в рай.
Нам хотя бы туда, хоть туда, хоть туда нужно будет все равно идти. Просто застрял в проеме. Просто застрял в проеме. Там мне показалось, что хороший камень. Умираю, умираю, умираю. Паучков он своих наплодил. И вот. Идет. Мы на фасте, да? Юзаем читы. Спиды юзаем. Бессмертная муха защищает нас, да? Блять, он хер знает куда. Наперед, куда я не пошел. Мне сердец мало. Теперь я даже не уверен, то, что я смогу. Хотя нет, смогу. Или нет. Либо да, либо нет. Вот это говорю, что, видите, тоже как бы у этой херни есть минусы. Зарезал. Так, сражаться с ни с чем я не хочу. Идем тогда вниз. Ладно, эти безопасны здесь. Попердят, попердят, я поуворачиваюсь. Ой, контрольщики. Нафиг. Хотя бы не по фул хп мне отнимают. Уже это спасает. Что такое? Боишься, да, меня? Бойтесь, правильно. Что, убил хотя бы одного? Убил. Аж 9 раз убил. Слабый меч. Как зубочисткой, знаете, вот только ковыряю. Так, самонаводные шарики. Опасная тема. Опасная очень тема. Умирай, давай. Шарики они свои меня пуляют. Я все равно вернусь. Я быстро бегаю. Жопы. Ого, там сзади еще меня был, оказывается, один. Порезал. На куски. Ай. Ну нафиг. Блин, оттуда проскочить нужно будет. Сука, ладно. Хочу я либо нет, а убивать их придется. Я иду туда с 4 хп. Черт. Ой, ладно, один. Зараза, так они меня еще и все пуляют. Ноль сердец, зато мы пуляем. Один засасывает, один на меня прыгает, и они атакуют меня оба. Как мне смотрите? Дамажик? О, ладно, минус один. Пока говорил, убил. В
Пока говорил Билл. Просто мало хп. 4 тычки мне. И я труп. Поехали. А, ну уже не 4, извините. Уже поменьше будет. Да, сейчас еще этих будет создавать. Нужно быстрее его в последнюю фазу отвести. Ай, слезы взрывные становятся его. Все, отлично. Дальше не так сложно. Главное в лучи не попадаться. Дальше главное в лучи не попадаться, и все будет отлично. Фу, не цепляет. Успел? Где? Где он будет? Все. Фу, я получил тесак. Ну это, гильотину. По-другому. А это, народ, еще игра не очень сильно усложнилась. Есть еще два этажа. Есть сундук. Когда мы запрыгиваем в сундук, мы подам еще в сундук. А еще в сундуке есть шанс на то, что откроется портал. Ну поверьте, там такое еще. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.